зелененький, это мой брат. Это мой брат, понял? Вот так вот цвета приобрели. А это мой дядя вот там стоит. Понятно? Пойдем. Нет, нет, проходите к нам в гости, мы к вам. Давайте будем знакомиться. Собственно, мы говорим про айкидо сегодня, мы анонсировали об этом. Что касается парней, которые показывали вот этот приемчик, то у нас Семен Яковлев в гостях. Помашите нам рукой, Семен. Так, это вы, это мой брат. Кирилл Пок, боец айкидо. Ну и, конечно же, тренер по айкидо Владимир Волков и Ольга Волкова, специалист по айкидо. Доброе утро. Приветствую. Первый вопрос. Давай. Почему все в шлепках, а вы нет? Потому что молодые люди занимаются для того, чтобы шлепки не летали здесь по залу, мы предлагаем их потом в дальнейшем снять. Ну, а я как бы приемы не практикую, поэтому я пока так. А вот, а как получается, вы специалист по айкидо, но вы не практикуете? Но не специалист по тапкам. Да, на самом деле я не практикую его, то есть практикует Владимир, практикует мой ребенок, поэтому я в нем так разбираюсь. А вот возникает у меня еще один вопрос. Чем отличается вообще, в принципе, вот этот вид единоборства от других? В чем его основное отличие? Отличие в том, что это боевое искусство не вызывает агрессии. Оно не направлено на агрессию. Оно направлено на предотвратить агрессию. Mm-hmm. То есть вся основная суть заключается в том, что в айкидо совершенно нет ударных техник. В отличие от других. Да. Вся история айкидо заключается в том, что нужно защитить себя, при этом не нападать на других. И в этом вся суть, в связи с тем, что сейчас у молодежи особенно пошла такая вот струя агрессивных там видеороликов в соцсетях. И наше боевое искусство учит сохранять гармонию в себе, как не нападать на другого человека, защищая себя при этом. То есть это в первую очередь? В первую очередь. А бывает такое, что приходят агрессивные, ну, так сказать, ученики, и вы их так усмиряете, и они становятся спокойными, уравновешенными? Бывают. Бывает такое? А были такие случаи. Или вы как в боевиках говорите, ты не будешь заниматься в моем зале, пока ты не познаешь силу гор. И все, он такой уехал на полфильма и там сидит в горах. Нет? Нет, такого не было. Ну, вообще, на самом деле, случаи такие бывают, потому что айкидо вообще само по себе дисциплинирует. В зале, в котором тренируются бойцы, они находятся под жестким контролем тренера, угу. под строгой дисциплиной, поэтому любой агрессивный ребенок может найти в себе спокойствие в дальнейшем. Один, можно еще очередной вопрос? Скажите, а вот вообще, в принципе, как педагог учит, что он говорит? Как можно распознать и понять, что вот в данной ситуации уже можно начинать действовать? Я к тому, что насколько определяется агрессия, проявленная другим человеком на тебя? То есть прямой уже удар, только тогда можно начинать? Когда понять... Да, или можно... раз увернулся, два увернулся. Это уже, знаете, что это можно принимать? План действий какой-то? Ну, практически да. В принципе, когда уже началась атака, то уже нужно... А что является атакой, вот, по-вашему? Ну, то есть, что вы говорите ученикам своим? Ну, захват, удар, это уже начало агрессии, начало атаки. Как это называется? Зона личного контроля. Вот она, на кончике языка. Если вот так уж, да, пересек, то уже можно считать, что я посягаюсь на начало. И это не будет расценено как атака, моя в первую очередь. Я просто всегда, мне кажется, такие щекотливые ситуации, во всяком случае, в наше время, что большое количество разбирательств на эту тему происходит относительно драк, еще чего-либо. Даже вот, пожалуйста, футболисты дерутся. А может, у ребят спросим? Мы не можем? Нет, мы с ними не можем пообщаться. А вы покиваете, были случаи, что вот в школе были драки какие-то? Да. Говорят. Да мне кажется, что приемчики помогали? Да. Ну, вы педагогам не говорили? Нет. Все, мы вывели парней на чистую воду. Ну, на самом деле, я слышал о том, что мой лучший друг, он занимается айкидо, и он прям вот очень заболел этой темой. Он мне несколько приемов показывал. Мне не очень понравилось. Может быть, мы сейчас покажем какой-то наглядный прием, где вот есть замах, да, и как энергия противника, ну, насколько я знаю, энергия противника, угу. она против него и действует. Ты ее поглощаешь. Да, давайте попробуем. Давайте. Покажите мне. Давай. Тебе, в смысле? Ну, конечно. Какой основной, как нападают? Вот так, да? Что, бьют? А, вот такой треугольник вы будете делать. Оп, и все, ты меня только не надо. И, короче, я вот так полетел. Понятно? Ну, слушайте, а сколько вот так вот человека можно вертеть? Можно мне вот тоже, сколько-нибудь? Я имею в виду, что... Пока у него не закружится голова.
Раз. Оп. Чего дальше со мной еще можно сделать? Оп. Это тебе. Довольно быстро происходит осознание. А вообще вот я слышал, что, например, в карате, чтобы проверить чистоту выполнения ударов, чаще всего люди выходят на асфальт. Есть ли какая-то такая штука в айкидо? В айкидо можно выйти проверить, насколько вы умеете группироваться. Да, кувыркаться или падать, можно выйти на асфальт и попробовать. Если вы себе ничего не отбили, значит, вы управляли правильно. Слушайте, ну это, конечно, необычный вид спорта. Специальный вопрос от Александры Елютиной. Скажите, пожалуйста, есть ли розовый пояс в айкидо? Мы обратили внимание, что у вас три пояса, они все разного цвета. Перед тем, как вы расскажете, что они значат, ответьте, есть ли розовый? Нет, розовых поясов у нас нет. Все, для девочек поясов нет. Расскажите тогда, черный, зеленый, оранжевый. Что вообще значит, какая градация? Ну, градация сначала белый пояс, желтый, потом оранжевый, красный, зеленый, синий, коричневый и черный. Ого! А больше черного уже нет, все, на пенсию. Вот, ну, там уже данные идут. Там два. Первый дан, второй дан, третий дан. А, ну они нигде не обозначаются, никаким образом их нельзя определить, кроме как, когда только выйдешь в единоборстве напрямую с соперником, да? Да. И там уже тогда отхватишь и получишь, и по полной программе почувствуешь. Что ж, давай еще раз представим наших гостей. Спасибо большое за то, что продемонстрировали, каким образом можно утренним ведущим выкрутить руки и делать это практически бесконечно. Ты видел, какие у тренинги? А вот у меня еще был вопрос. Давай. А только заключение. Можно ли взрослым заниматься? Обязательно. Обязательно можно вот заниматься. Да. В нашей федерации можно заниматься и детям, и взрослым. Тем более мы практикуем там набор и не просто взрослых групп. У нас есть специальные группы женской самообороны, потому что иногда женщинам тоже прям иногда нужно защищаться, mm-hmm. потому что женщины там чаще мужчин иногда попадают там в сложные ситуации, mm-hmm. да, в которых вроде как бы необходимо применение силы, но ее как бы нет в таком количестве. Поэтому айкидо может помочь справиться там тоже иногда с соперниками. Ну, в общем-то, уважаемые мужчины и девушки, и юноши, и дети, все те, кто хотел бы применить силу противника против самого же противника, занимайтесь айкидо. Скажем большое спасибо нашим гостям, которые сегодня показали нам несколько приемов, да и, собственно, рассказали о том, что же такое айкидо. Тренер по айкидо Владимир Волков, специалист по айкидо Ольга Волкова, ну и наши бойцы, ребята, Семен Яковлев и Кирилл Пух. Спасибо большое. Круто. Совсем скоро вернемся опять в эту студию и будем общаться уже на сей раз с диетологом и узнавать, кому же на Руси жить хорошо. Прерываемся на небольшой блок рекламы, не переключайтесь.